Бей-бей-бой на высадке, продвинутый фронт. Важный вопрос, нагибаторы. Лансер или этот карьерный лансер? Ой, Крис, я уже заебался, эти танки, блядь. Карьерный такая хуйня, что типа должен играть от его ДПМа, блядь. Я лично как долбоёб играю, типа мне нахуй до ДПМ не усрался. Я выехал на 2000 въебал и все, и нормально, блядь. А кто Энск? И когда 65 минуту? Кто Энск? Просрал сегодня. А у нас Синривер? Да. А что я набрал? Я на прохую руку набрал. Ёбаный, еба я плыву, сука, конченый, блядь. Ладно, блядь. Блядь, бомж, серьёзно? Три чифа, конь. Блядь, совок. Да в принципе нормально. Совок. 277 едешь сюда с этими, блядь, ебать я плыву нахуй, 3 евро ебашь сюда. А ты высоком сюда ехать, да? Три чифа тут. Конь, где? Здесь вот конь, да? Вот тут совки запрятались. Один совок сюда, лево, по прямой. Левый. А, ну, совок на базе. Все. Ладно, похуй. Да, один совок на базе еще. Конь в мид. Все совки тут засейвились. Конь. Конь мид. Конь мид. Окей, окей, окей. Еду. Уберитесь там, наши лебры. Что-то вы проедете. Мы не светим, да? Да. Пацаны, я вас верю. Тупо не башки. Сдохли. Да не фаша. Через его, сука, блять, в рот тебя там. Они едут, все, най, совки сорвались, полетели. То есть, ладно, говорит, тормозить. Айти корону забираешь совком. С конем вместе. Бежать, едьте, совка. Долбоем. Блять, ЧСВ, сука. Но нас зачекали уже. Ну давайте, похуй, у нас вариантов нет. Нет, не видели еще. Нормально, чифами, поехали чифами. Вверх забрали два чифами, один под 277 проезжаешь дальше. Они уезжают. Падайте. Фармите, это изи чифы, которые прожали. Нормально. Давай я. Вот эти мы задержал, должны фармить. Согнать вот эту хуйню и вот эту фармить. Где остальные, блядь? Ладно, живешь, не упарывайся, пусть другие в карту. Ну вот, я поехал, все. Все, полетели, фармите. Ты что, 700? И дальше прожимайтесь под рельеф, не этот. Чифом не надо, тут не дропайте чифами, вам надо фармить чифами до максимально. Добейте шотного. Заберу шотного. Хорош, 4000. Прожали. Здесь играйте, вот эту фармите сюда. Засейвьте, ликвидатор, ну, засейвьтесь. Найс, дальше. Вот с совками, кто может, ланд уйди, сосните, не пушьте. У нас нормально все. Вверх вот это, разыграйте вверх. Уйдите с совками. Кто поставит, уйдите. Во всех, алло. Может вы с меда упадете, 27 если убьете, нет? Не-не-не, нам надо схватить совки, я уйдите дропнусь, отсюда, уйдите, сыграйте через базу, ебру, ребят, убивайте, заберите мид. Ребят, надо на базу мид вернуться, так, а почему? Да, да, кидать сюда. Нам надо перепушить, здесь все равно он ушек поставить. Я вижу все. Давайте так, по внешке, собрались, по внешке выпали вот сюда. Окей. Я поехал... Они 3 плюс и БР мне сделать, стопудово. Там совка на базу. Я еду, я без мехода. Еду. Кайлан, может. Я с тобой, Крис, вперед. Пацаны, давайте. Радио, ну, играй на коне, тебе надо играть. Наши 28 будет фармить. Нормально. Давай, Крис, убиваем шотку. Евро, вот этот сворачивай, они не будут брать бороть. Псих, если ты за свет получишь, пиздец. Да, я понял. Шотного убить. Две рты у них, давайте, ребят. Шотного, найс, Крис, давай, еби там, хорош, дальше. Ебурьте, вверх заберите. Вот ты совком играй. Вот здесь ебэ. Все, это играю. Хорош. Добивайте вот эту хуйню, добивайте, вкатывайте, добивайте. И патрикаш. Если я живи, достойно парвайся. Конем играй в 8-9, ты его должен сверху вниз фармить изи. Хорош. Короче, я в центр. Да блять. Я помогаю тебе, конем. Я помогаю, я дам пайп. Так вот, не гоняйся ты за этим. Хорош. Даже 8-9. Да, все, заебись, сейчас пикнем 8-9. Ебать, на тебя разворачивается. Он когда? Он на меня смотрит, ну я катю. Он падать будет. Ну ты откатишь или нет? Я сейчас другой. Я тут вижу. Нет, там конь еще где? А, все вижу. Готов дал. Не, я думал там этот обычный конь, я не посмотрел нормально. Боже, как я ебару шут их в этой в аркаде. Бля, пизда, сори, пацаны, батя руина нахуй, я, блядь, на прохор устал, забрал пиздец, блядь. У тебя лучше получается, чем когда ты собираешь. Да, второй раз нахуй насобирал, блядь.
Ебать, я нахуй второй раз ужирили, блядь, сука. Ну типа, не, мы так играли вчера, я подумал, я ничего с ним не сказал. Не, нормально, нормально. Типа, не помешало бы еще парочку совков, конечно. Да, в смысле, парочку? Нет, нам казачка одного, блядь, еще надо было. Вообще прям заебись зашел, что они три коня взяли, три арты его, чтобы мы стояли и пиздить нас нахуй. Ну меня отпиздили, так получается. Там и мы на ебрах обосрались, как собаки, просто сыграли. Я не знаю, как я четыре тычки по ебрам. Кенжой красавчик. Красавчик, надо это, подожди. А где наш бой? А, наш бой еще не... В смысле не вылетел? Пропускаем.